На одном из предприятий региона теперь заметно больше стало сотрудников, которые носят звание донора. Это Тверской вагоностроительный завод, который вместе с другими предприятиями Союза машиностроителей России включился в общий федеральный тренд по сбору крови для медицинских организаций. В здравпункте Тверского вагоностроительного завода в этот раз было как никогда многолюдно. Здесь собрались десятки работников из самых разных цехов и подразделений, причем по очень хорошему поводу. На предприятии проходит акция по сбору донорской крови. Машиностроители считают, что особенно важно проявить гражданскую ответственность сегодня, в период пандемии, когда потребность в донорской крови, клеточных компонентах крови, антиковидной плазме резко возросла. Среди участников Дня донора на Тверском вагоностроительном заводе были и самые настоящие ветераны донорского движения. Как, например, электросварщик Сергей Лебедев. У меня уже не первый раз. На щек получил пожертвованного донора. Людям надо помогать, все-таки спасать людей. Может быть, если моя кровь кому-то поможет, это хорошо. Слышала, что приедет служба станции переливания крови и решила, что нужно сходить, помочь людям. Вдруг пригодится моя кровь. Всякие разные ситуации бывают, и кровь, конечно, она нужна. Если есть возможность, то надо обязательно идти сдавать. Особенно сотрудников Тверского вагоностроительного завода порадовало то, что акция носит выездной характер. Завод заказами обеспечен, дорога каждая минута. А тут, например, работникам вагоносборочного цеха надо зайти в прямом смысле слова в соседнюю дверь. Доброе дело. Считаю, что все правильно. Выездные вот эти пункты. Очень удобно. Не надо ехать там на Тамару или иной, да, например, через весь город. Не меньше сотрудников вагонзавода рады и сами медики станции переливания крови. Кровь всегда необходима. Поэтому, чтобы нам постоянно был запас крови, нам необходимо, в общем-то, проводить такие акции. Желательно вот на больших предприятиях, где много доноров. Напомним, что эта акция стала первым результатом подписанного в ноябре 2021 года соглашения о сотрудничестве между Тверским региональным отделением Союза машиностроителей России и областной станцией переливания крови. Союз машиностроителей России уже много лет является активным участником донорского движения в рамках госпрограммы «Служба крови». Донорское движение поддерживают и развивают региональные отделения Союза Маша по всей стране и среди них Тверское отделение. Мы надеемся, что Тверской вагоностроительный завод и другие предприятия машиностроительной отрасли, кто входит в Союз МАШ, будут задавать тон развитию добровольного корпоративного донорства в Тверской области. И это означает, что такие акции будут проходить на регулярной основе. И среди сотрудников предприятий наверняка будет еще больше обладателей значка «Почетный донор».